Всем привет! Это долгожданное видео ответы на вопросы, в котором мы будем отвечать на ваши вопросы. Гениально, но это так, да. Меня зовут Роман Кольский, привет. Ничего тебе не понимает. Что будете снимать? Как остановись или как догошественник? Ну, как догошественник и газон, точно мы уже не будем снимать, потому что как бы эти шоу выжили свое и повеселились, и хватит. Мы же говорили, ты с нами видео прощения вообще. То, что не будет. Ну, они задали вопрос, все. Что ж уж так. Вы учитесь или работаете? Если учитесь, то на кого? Если работаете, кем? Мы учимся, Кирилл на третьем, я на втором курсе. Работаем? Нет. Вот наша единственная работа, это вы. Как работа, хобби. Молодцы, парни, за это время все так изменилось и выглядит все просто супер стало. Спасибо. Возьмете какую-нибудь девушку в видео, так интереснее будет. Ну а сейчас что? Роман Кольцев и Кирилл Карпов, вы самые лучшие, больше никого не надо в проект. Спасибо, но по факту больше никого нет в проекте. Сделайте видео или шоу, в котором будете ходить по городу каждый выпуск, новый район, и где будете показывать все проблемы нашего города в шуточной форме или высмеивать что-то, это будет интересно смотреть. Ну, как ты сам считаешь, это будет интересно смотреть? Нет. Я просто считаю, что это уже настолько избитая тема, изжитая идея, что мы немножко другим стали заниматься, поэтому I'm sorry. Только сейчас человек участвует. А кто делает видео, но там режет, склеивает и картинки? Что? Ну, там режет, склеивает и картинки? Кто у нас видео делает, склеивает, режет, ну и картинки? Там. Там. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Саммер 2015. Что это? Это проект, который выйдет через год. Ну да, в связи с возникшими трудностями, этот проект выйдет только через год. Догошественник. Есть. Следующий вопрос. Можно ли с вами пообщаться? Или вы блокируете общение с незнакомыми людьми? Не знаю, это блокируют. Нет. Пишите, звоните, все контакты указаны, мы свободно идем на общение. Кирилл Карпов, я хочу тебя. А это вопрос был, да? Ну, наверное. Спасибо, я не знаю, что на это ответить. Спасибо. Кирюш, когда влог будет? Речь, видимо, о втором влоге. Это уже вышло, да? Это вопрос к ответу. Ну и ответы. Кирик, когда будет специальное видео? А, ну вот иду. Пожалуйста, как набралось достаточное количество вопросов, снимается видео. Планировали 30, 67 вопросов. Не 30-40, да, вышло 67, спасибо. А можно поучаствовать в ваших съемках? Сняться там в каком-нибудь видео или просто посмотреть со стороны? Можно, пиши, звони. Да, пожалуйста. Мы не снимаем все так в какой-то закрытой сфере. Пожалуйста, и когда начнутся съемки фильмов, ну, в частности, вот этот фильм «Мама», те, кто подписан на меня в Инстаграм, видели уже пост, в котором был анонсирован фильм «Мама», который выйдет в январе 2016-го. А вообще, почему я начал отвечать на этот вопрос? Что за вопрос был? Можно участвовать в вашем проекте. А, да, 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 конечно. И поэтому, пожалуйста, пишите, узнавайте, где будут проходить съемки, приходите. Быть может, даже примите участие в съемках. Пишите. Ром, у тебя улыбка клевая. А, спасибо большое. Дай Бог тебе здоровья, счастья, нам любви. Да, это ловят рожи, мы такие все. Где вы снимали про заброшенные дома? Я понял, что в области, но где именно? Ближе к Саратову. Да, это край Волгоградской области, граница с Саратовской. От чего вы получаете удовольствие? Ну, давай. Получаю удовольствие от того, что я, как бы это банально звучало, просыпаюсь хотя бы по утрам, высыпаюсь, вот это вот единственное удовольствие. Да, но вот... Что касается меня, ну я не знаю, опять же, от чего получаете удовольствие? От всего. В жизни вообще, да, ты получаешь удовольствие от многого. Но самая банальная ситуация, когда ты с утра выходишь на балкон, лично я, да, с чашкой кофе и сигаретой, это прекрасно. Ну а заканчивать уже не будем в пошлятину, да, улыбаться? Не, ну... Следующий вопрос, спасибо. На личном фронте как у вас дела обстоят? Шикарно. Отлично. Просто шикарно. Лучше нет. Во всех видео такая музыка классная играет. Кто ее находит? Точнее, кто видео сами делает? С
Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Спасибо, здравствуйте, это я. Постараемся точно так же ответить. Видео находит и склеивает он. Стоп, прости, то есть весь контент, который мы делаем, получается, что мы его где-то находим, да? И склеиваем. И режем, склеиваем, и это типа мы сняли, да? Картинки еще. Не, мы как бы не высмеиваем ваши вопросы, но как бы старайтесь, сформулируйте его поточнее. Сколько видео планируете выпустить в 2015 году? Ну, наверное, два, потому что вот один это ответ на вопрос, второй мы подарим вам на Новый год, это новогоднее видео. Все грандиозный пример был в 2016 году. В этом году будет новогоднее видео? Здрасте, да. Да. Какие девушки нравятся? Вопрос Кирилла. Ну, вы же знаете, ребят, которые там, ну, если, ну, далеко, в принципе, не ходить, там, ну, вкратце, если рассказывать, ну, симпатичные, да. Ну, по факту, реально, у меня нет никаких каких-то эталонов в голове. Будьте сами собой, и тогда все будет вот так. Вы вообще больше не будете снимать ДГ-шественника и газон? Вообще. Сделайте шоу про наш город, про Волгоград. Думаю, людям интересно будет смотреть. Тебе интересно будет смотреть? Да дело не в интересе. Идея-то избитая, да. Поэтому... А вы курите? Про что будет ночь? Она уже вышла, да. Запоздал вопрос немножко. Кирилл, а о чем будет видео лето 2015? Трейлер сделаешь или скажи так? В 2016 пожалуй, скажу так. У нас возникли некоторые проблемы в 2015 году касаемо вот этого самого 2015. И поэтому, так как это сезонное видео, это летнее видео, оно появится в 2016 году. Что это такое? Это просто легкая, летняя, музыкальная и красивая картинка. Вы сказали, что Summer 2015 выйдет летом, а сейчас уже август начался. Оно вообще выйдет? Я больше скажу, сейчас уже октябрь. Да, оно выйдет в 2016 году. Да все правильно, Кир, что закрыл эти два шоу. Ребята растут и снимают на новом уровне видео. Так держать. Продолжение ночи будет. Очень интересно и жутко было. Классно получилось. Нет. Спасибо, да. Нет. Если вы подумали о продолжении после того, как увидели вот эту последнюю фразу, продолжение следует и вопрос. Нет, это просто эффектный скам. Да, и просто заинтриговать. Такая непонятная концовка. Да. Интригующая. Но это единожды един был раз. Трейлер супер просто. Спасибо. Когда будут ответы на вопросы? Вчера должны были быть еще. Ну, завтра, послезавтра дождешь. Ну, она сейчас их смотрит. Или... Ну, по факту просто, да, у нас... Задержки бывают. Задержки, да. Форс-мажор. Да. Ну, в воскресенье, сегодня 4 октября, 6 часов вечера по Москве. Всем привет. Кира, няшка, Рома, плюшка. Значит, плюшка. Да, почему няшка? Ну, плюшка забавнее, да. Будет видео в Новый год? По-моему, третий раз, да, уже? Да, новогоднее видео будет, 31 декабря. Кирилл, блядь, фильмы верно. Тебе зажать невозможно. Следующий вопрос. Да ладно, чего ты так по поводу ночи? Вы молодцы, что попробовали что-то новое для себя. Вопрос Кириллу. Вы молодцы, вопрос Кириллу. Спасибо. Ну, наверное, просто это относится к той части, которая, да ладно, ты там, что... Да. Просто это экспериментальный проект был, и я не был уверен в его каком-то таком бурном ажиотаже, поэтому... Нравится, слава богу. Но это был первый и последний раз в таком жанре. Мальчики, а у вас девушки есть? Ну, у меня лично нет, я свободен, просто я свободный волк-одиночка. Насчет него не знаю, не говорит мне, не курится. Наверное, не знаю. Ладно, следующий вопрос. Ночь прикольный фильм. Следующий вопрос. Рома, как ты относишься к тому, что парень целует парня? Как тебе вообще гей?
Да, действительно. Рома. Вообще параллельно, но отвратительно. Отношусь к этой всей теме. Что за вопрос вообще, не помню, мне девочки нравятся. Следующий вопрос. Вы собираетесь вообще на вопросы отвечать? Ну, как нет. Быть. Просто по приколу там сами себе. Чего сказал? Ну, как видите, да, пишем, записываем, отвечаем на ваш вопрос. Что еще будете снимать до конца года? Мы говорили уже. Да, вот это и новогоднее все. А, ну с ним, если в плане снимать, а не выпускать, тогда, конечно, сейчас начнутся съемки одного большого проекта, реально большого, а уже в начале 16-го еще одного. Следующий. Но выпуски будут именно запуск этого в сеть, это произойдет уже в 16-м году. Не хотели бы вы с кем-нибудь вместе видео снять, но кто-нибудь, кто еще видео снимает? Видеоблогер, что ли? Ну, видимо, да. Не, в принципе, идея неплохая. Снять... какой-нибудь проект. Собираемся. В планах есть, да. Да. Сделайте ЛП на Аскафэн. Зачем? Смысл, да? Есть, нас спрашивают, чем. Ну, давайте распространите его везде просто, во всех соцсетях, вообще везде. Нравится кто-нибудь Роме? Нет. Да, у нас же тут просто сброд. Роман номер один, номер два. Да, 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 я видел. Как относитесь к курящим девушкам? Отвратительно. Ну, вы знаете, мое отношение, кстати, изменилось. Реально, то есть мне стало уже правильно. Да, это как бы это, если вы воспринимаете как будущую мать своих детей, это да, это, конечно, неприятно, но не, нет уже такого отвращения, которое было, о, курящий, это, ну, это выбор каждого. Поэтому я лояльный к этому отношусь. Чем вы живете вне проекта? Жизнь. Учеба, учеба. Жизнь все, да. Отдых, да. Секс или любовь? Отвечай, что. Одно другому не помню. 50 на 50. А можно и 70 на 30. Ладно, следующий вопрос. Если бы света было больше, то выглядело бы лучше. А то так можно, чего непонятно. Но сделано вообще на высоте, от звука порой даже будоражит. Я про ночь. Спасибо. Еще спасибо большое. Долгое такое вступление, но я про ночь. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Как дела? Ром, почему в вашем проекте видео делает только Кирилл? Почему ты не хочешь взять и сделать что-нибудь свое? Один одно снимает, другой другое, больше людей будет к себе притягивать. И плюс 10 тысяч к твоей мимимишности, фупс. Да, действительно. Не, подожди, концовочку мы оставим. Да, действительно, почему? Потому что я делаю мемы. Какие мемы? Ты один раз две картинки сделал, и все же. Три картинки, мемы, люди лайкают. Потому что сейчас заняты другими проектами, которые мы работаем вместе. Да. Что думаете по поводу ситуации в Украине и теперь еще в ИГИЛе, если не секрет? Политическая. Да, наверное, это все-таки не наша компетенция всегда на эти темы. Ну, нехорошо. Страшно. Привет, ребят. Привет, привет. Мы с тобой здоровались. Да, по-моему, что-то подобное уже было. Ну, ладно. Самое странное, что пока ни одного обсирающего вопроса нету. Где же вы тролли, зловещие комментаторы? Мне лично интересно, что ребята ответят вам. Правда, мальчики? Как мы относимся? Как... Не, как бы мы... Ну, видимо, как бы мы ответили, да? Ну, есть понятие там, типа, критика и... И просто бессмысленный тролль. Да. Да как мы бы ответили? Мы как-то, нам, честно, нам насрать. Вот, ну, честно, мы делаем то, что мы делаем, и своя аудитория у нас есть, которым нравится то, что мы делаем. Мы делаем то, что любим, мы любим то, что делаем. Рассказываем полный зал своими простыми темами. Да. Почему такой парень, как ты, до сих пор без девушки? Я слышала, что ты с начала лета уже не в отношениях. Как такой красавчик все еще один? Вопрос Кириллу. Почему я один, да, я так понял? Да не, на самом деле, мне хорошо сейчас одному, реально. Мне не нужны вот эти отношения, быть обязанным кому-то, что-то, как-то. Мне оно по кайфу. Красавцы, пацаны, вообще. Респект вам за такие видео и фильмы. Жаль, с юмором перестали снимать, но все равно все еще круче стало. Что в планах дальше? Рассказывай уже. Спасибо за рассказ. Ну, жаль, с юмором, жаль. Тем не менее, видеообращение, да, все рассказывай, что хорошее, немножко. Да.
А как вы относитесь к тем, кто вас ненавидит? Может быть, из-за зависти просто, но все же, ответьте по отдельности, плиз. Ладно, отвечаю по отдельности. Как я отношусь к тем, кто нас ненавидит? Ну что-то было уже подобное, я повторюсь, мне насрать. Ну может это грубо, жестко, но мне реально насрать. Ну ненавидит, ненавидит, ну не бывает такого, что вот прям все люди, которые нас смотрят, прям всем нравятся. Я считаю, что это нормально. Параллельно отношусь к этому, не все. Кир, что за фильм «Мама» ты показал в инсте? О чем он будет? Поподробнее, пожалуйста. «Мама»? «Мама» будет — это полнометражный фильм, который научит ценить своих матерей, который покажет несколько жизненных ситуаций. Но я считаю, что это один из самых серьезных проектов, даже, наверное, если его сравнивать с сценарием. Хоть бы кто успел, сделайте в ответах полное видео изображение, которое... Подожди, стоп. Хоть бы кто успел? Не, ну, как бы работаем. Хоть бы кто успел. Ну, я так понимаю, просто хоть бы успел. Давай. Хоть бы успел. Сделайте в ответах полное видеоизображение, которое в инстаграме Кирилл, где про 50 оттенков серого. Спасибо. Что за обращение? А это не то ли, который просто я в инсту залил с этим? Помнишь февральское видеообращение? Ну, видимо, хоть. А, пожалуйста. Следующей грандиозной премьерой в этом месяце состоится премьера шоу 50 оттенков серого. Да, и, кстати, с 12 февраля во всяких кинотеатрах. Берите с собой две пачки презервативов и полотенце. А еще кожаную плетку. А, кстати, хочу вас некоторых людей обрадовать, потому что 12 числа у некоторых девушек начинаются месячные. Куда нажать? Да прикинь, Рель, какой он был. Ну, типа, пацаны ведут телок, чтобы там, ебать, сейчас на вас может потекет, ебать, даст мне. Ну, не об этом, не об этом. Давай. В этом выпуске. Она, по сути, является второй в списке топовых проблем после алкоголизма. Мы, кажется, сами под ними все делаем. Посмотрите, например, газон. Нормальный человек такого не будет говорить, я вас уверяю. У Киры, блядь, перед... Тем, как газон снимать, блядь, ведро стоит с бутылкой, там, бать, фольга повсюду, я... Ладно, поехали. Для фильма мы сняли... Проститутку! Ну и тема для фильма выбрали достаточно серьезно, она является, по сути, второй после алкоголизма в... списке топовых проблем. Я вас сам засунул, блядь. Ну и тема для второго фильма. Да подожди, давай, ладно. Ну и тема для... Что ты, блядь, сел король жизни? Да похуй, тебе возвращение. Ну и тему для фильма мы выбрали достаточно серьезно. Она является, по сути, второй. Ну и теперь самый ожидаемый ответ на вопрос от вас о третьем фильме «Остановись». Начинай, я продолжу. Как и все эти ответы. У нас ответа, в принципе, наверное, не будет. Вот лично нашего мы ответим на... Ваш вопрос, мы знаем, то, что вы этого очень ждали, и ответ наш будет таким. Начало конца.
как-то так. Я думаю, что это очень радостная новость для вас. Ладно, это были ответы на все ваши 67 вопросов, на которые мы, думаю, ответили. Всем спасибо. Все свободны. Ну, это шутки, шутки, но реально спасибо вам большое за то, что вы оставили целых 67 вопросов. Это, в принципе, рекорд. Оставляйте еще. Чем больше вопросов, тем больше видео ответов на вопросы. Мы надеемся, что мы ответили полноценно на ваши вопросы, что вы довольны нашими ответами. Если кого-то обидели, извините, пожалуйста. Не хотелось. Gotta take a minute just to ease my mind.